Кто ты? Я? Да так никто. Но ты? Ты величественнее, чем говорил Брасит. Может, вон та статуя в твою честь? Брасит? А он как тут замешан? Так он говорил. Придет могучий воин со сломанным копьем. Про величие не сказал. Брасит умеет распознать воина. Моя слава переживет статуи. О, да. Люди должны слагать о тебе песни. Аркадий, ты настоящая легенда. Где Брасит? Я хочу с ним поговорить. Ну, конечно. И с той женщиной тоже хочешь поговорить? Стой. Вы похожи. Скажи, где они? Мог бы. За это Брасит мне и заплатил. Так почему нет? Он пожадничал. Посмотрим, как ты дерешься. Моя слава переживет статуи. Серьезно? Скажи мне, где они, или я срежу эту ухмылку с твоего лица. Он сказал, у тебя скверный нрав. И правда. Говори, где моя мать, или отправишься к вратам Аида, насаженный на копье, как гусь на вертел. Прошу, пощади! Говори! Они на утесе около Тегеи. Ты сказал, Брасит не заплатил. А кто тогда? Говори, или будешь болтаться на этом дереве на собственных кишках. Архонт. Он дает за твою голову вдвое больше, чем Брасит накопит за всю жизнь. Кто такой этот Архонт? Назови имя. Лагос. Его зовут Лагос. Самый влиятельный человек в Аркадии. Кто владеет зерном, тот правит миром. Зря ты мне угрожаешь, Малака. Я не угрожаю. Я обещаю! Хвала богам, ты здесь. Я получила весть. Я убила посланника. Он тебя предал, Брасит. Культисты, о которых говорила Мирин, заставили Лагоса объявить награду за твою голову. Теперь мало кому в Аркадии можно будет доверять. Мы насадим голову Архонта на пику. Это будет послание царю-культисту. Мы должны выяснить, что творится в Аркадии. Попробуем решить проблему с Лагосом, не обнажая меча. После того, что произошло с дельцом... Толпа жаждала крови. Насилие не единственный способ. В любом случае, Лагос нужен нам живым. Аркадия кормит Спарту, и это обязанность Лагоса. Он работает не на Спарту, а на культ космоса. Значит, нужно спасти его от них. Думаешь, он захочет оставить культ? Угрозы и подкуп не его методы.
Он крестьянин, не убийца. Вовремя я появилась. Это точно. Но пора принять решение. Твоя стратегия разумна, Брасит. Спасибо. Я очень рад. Чувства не дают вам ясно мыслить. Лагос кормит и защищает тысячи спартанцев. Если он погибнет, может начаться хаос. Убежище – дом к северо-востоку от Тегеи. Встретимся там, а пока не натвори глупостей. А вдруг его план не сработает? Трусливый архонт прячется в крепости Самикон. Безобразная громадина. Можно достать его там, правда, он под надежной защитой. Так ослабим эту защиту. У него много солдат и полные амбары зерна. Он так расстроится, когда их лишится. Я проверю, чем занят Лагос. Удачи, дитя. Ты не понимаешь. Речь не об огне и зерне. Это личное. Ты здесь? Значит, Лагос жив. Что это за место? Лагос очень известный человек в Аркадии. Здесь он ведет более личные дела. Что ты хочешь найти? Если узнаем, кто стоит за Лагосом, не придется проливать кровь. Разве спартанцы не пьют кровь на завтрак? Крови мне хватило на всю жизнь, но надежда жива. Ты размяк, Брасит. Когда Леонид пал в битве при Фермопилах, мы все сплотились против общего врага. Афиняне, спартанцы, все сражались плечом к плечу. В чем дело? Тут кто-то есть. За тобой следили? Нет. Хорошо. Принес письмо от Лагоса. Да. Отнесем его к обгоревшему дереву у золотых полей. Там его заберут и передадут в убежище. Письмо от Лагоса? В нем могут быть ответы. Пойду за ними. А ты обыщи дом. Меня забрали вместе с семьей Лагоса. Думала, нам конец. Где они? Под землей. Их охраняют. Иди расскажи все моему другу, Брасиду. Он в старом доме к северо-востоку от Тегеи. Хорошо. Тебя прислали сами боги. Интересно, что внизу?
прощайся с жизнью! Я не виновна, прошу! Освободи меня! Спасибо! Я спасена! Кто ты? Кассандра. Меня прислал Брасит. Мы идем домой? Пока не знаю. Нас давно держат в этой пещере, а от Лагоса нет никаких вестей. Вы свободны. Но к Лагосу пока не возвращайтесь. Эти люди все еще с папой? Они принуждают твоего папу к плохим вещам. Я спасу Лагоса от этих страшных людей. А как же мы? Я не вернусь к этому псу. А наши стражи мертвы. Мы в опасности. Ступайте к Брасиду. Он мой друг. Он в убежище к северо-востоку от Тегеи. Там Лагос проводит тайные встречи. Ты злишься, мама? Благодарю тебя за помощь. Мы найдем Брасида. Хайре. Здравствуй. Мы не берем на обучение всех подряд. Я похожа на ученика? Царь Павсаний велел мне отвезти борца на Панкратион. Прошу прощения. Я не понял, что ты ищешь тестикла. Не думай об этом. По мне трудно догадаться. Позволь дать совет, пока вы не встретились. Тестикл бывает невыносим. Преподнеси ему в дар масло, и вы поладите. Масло? Растирание. Он верит, что оно дарует ему силу Геракла. Загляни в деревню Гефион. Там его любимая лавка. Я отвезу вашего атлета в Элиду. Надеюсь, он оправдает надежды. Еще как. Ищи его лагерь на южном острове Мессинии. Удачи! Нужно... Прости, закрыто. Продай мне масло, и я уйду. У тебя есть особое масло для тестикла? А, для панкратиастов. Хозяина сейчас нет, только он делает масло. Я не уйду без него. Послушай меня, я почти свободна. Ты рабыня? Да, и мой хозяин неплох. Я не собираюсь у него красть. Не бойся, ты не попадешь в беду. Пойду за тестиклом. Крепкие напитки. Что тебе нужно от великого тестикла? Не видишь, что я занят? Я отвезу тебя в Олимпию.
Олимпия? О да, я стану победителем! Победителем, ибо я Тестикл! Да, пора в путь. О нет, сейчас я не могу. Занят, ясно? И я не знаю, хочу ли я плыть на твоем корабле. Тебе не о чем беспокоиться. Мы поддержим тебя. Но вдруг я проиграю? В честь тебя напишут стихи и поставят статуи, но сперва нужно доплыть. Вперед в Олимпию! Я нужен людям! Ну, плывем? А, лучше ему выиграть.